Всем привет! Сегодня я хочу показать, что же я подготовила для своей семьи из Южной Кореи. Покажу, что пользуется большим спросом, различные вкусняшки корейские и так далее. Я хочу им отправить посылки. У меня их будет две. Одну я отправлю для своей родной сестры и своих племяшек. И вторая уедет для моих родителей, бабушек, дедушки. В общем, надеюсь, будет интересно и полезно. Так, ну давайте, наверное, начнем с вкусняшек, да, что самое такое любимое. Первое, конечно же, это женьшень. Большим спросом пользуется женьшень именно с выдержкой 6 лет, он очень популярный, но если имеются какие-то хронические заболевания, то женьшень только усугубит ситуацию, поэтому перед приемом нужно обязательно проконсультироваться. Я заказала для своей семьи, для того, чтобы они пропили курсом по 30 дней, это женьшень в стиках. Так, сейчас достану. В общем, вот в таких стиках. Пить очень удобно, комфортно и приятно. Надеюсь, будет полезно, и моя семья будет его действительно принимать. Выбрала я именно такой женьшень. О нем было очень много отзывов. Насколько я понимаю, он один из лучших. Плюс, как я прочла, самый классный и качественный женьшень — это именно женьшень с 6-летней выдержкой. Поэтому выбрала и остановилась именно на нем. Дальше. В Корее есть очень вкусные орешки. В основном это миндаль. Этот с черным кунжутом. Вот такие вот. И также есть классические масло и мед. Эти, если честно, не знаю, как переводятся, но тоже очень вкусно. Их я тоже отправлю своим родителям, ввиду того, что особенно мама у меня очень-очень сильно любит орешки. Безумно вкусные орехи с довольно-таки обширным выбором вкусов. Я прикреплю фотографию, покажу, какие же есть. Есть и сладкие, и острые, и соленые. В общем, действительно максимально большой выбор. Плюс из орехов это миндаль, также появился фундук и обычный арахис. Но калорийность, конечно, зашкаливает. На такую пачечку, можно сказать, дневная доза калорий вам обеспечена. Далее также для них передам такие вот карри. Такая готовая смесь для соуса. Мы очень с мужем любим. Она в меру остренькая, очень вкусная, готовится очень легко. Поэтому вот пару штучек чисто на пробу так передам. Касательно карри, довольно-таки простое и очень вкусное блюдо в приготовлении. Тушите морковь, картошку и говядину. Далее заливаете все это водичкой, добавляете карри. И можно подавать к столу вместе с рисом. Конечно же, поки, либо есть еще пеппера. Также огромная разновидность вкусов. Но в прошлом году я отправляла уже своей сестре. Ей очень понравились именно с клубничным вкусом. Поэтому я заказала огромную коробку именно с клубникой. Передам и родителям, и сестре также и в этот раз. Но я потом открою и вот в одну коробку положу несколько штучек, для того, чтобы не занимало много места. Вот здесь целая коробка поки, которая отправится моей семье. Ну, наверное, отправлю не все. Я их открою и поскладываю несколько штучек вот в одну, для того, чтобы она не занимала места. Далее для мамы передам пакетики, для того, чтобы она в них либо что-то хранила, либо папе на работу давала сэндвичи. В общем, обычные пакетики. Мне они показались очень миленькими, поэтому я их просто купила и просто передам. И передам еще такие миленькие кремушки для рук. Тоже, как увидела, сразу подумала: о, в корейском стиле надо брать. Так, конечно же, это корейские рамены. Джин рамен острый. Шин рамен острый. Дальше пибимен. И чапагетти.
И еще передам папе вот такой вот острый рамен. Он очень любит острое, а это действительно слишком, по-моему, это считается самый острый рамен в мире. Spicy Hot Challenge. В общем, папуля, тебя ждет он. Папе и дедушке я передам соджу. Куда же без корейского соджу? Передам по бутылке, наверное, в стекле не буду передавать, перелью в обычную пластиковую банку. Что касается соджу, это корейская водка, конкретно в этой всего лишь 16 градусов алкоголя, для наших мужчин это, конечно же, ничего, но корейцы очень любят, особенно вот после работы вместе с сангипсалем, наворачивают, как говорится, только так, за обе щеки. Так, и передам еще Ким. Родителям еще в том году я приобретала вещи, но в моей стране началась война, соответственно, посылку я так и не отправила, поэтому передам в этот раз. Маме и папе мы приобрели обувь из магазина Nike, как правильно говорить. В общем-то, естественно, я понимаю, что можно было заказать и сразу и доставить все в Украину, но тем не менее мне их захотелось порадовать не только корейскими вкусняшками, но еще и одеждой. Комфортно для них. Тем более, я очень надеюсь, что скоро прилетит моя мама в Корею на мои роды, поэтому новые вещи, обновочки будут очень даже кстати. Так. Для папы. Такие вот Nike Air Max. Тоже довольно-таки классическая, красивая мужская модель. Их выбирал мой муж для моих родителей. И немного одежды. Это штаны спортивные для папы. Также это бренд, мы брали и MLB, и Nike. Я не буду показывать, обычная, в общем-то, классическая одежда. Несколько свитшотов из Ralph Lauren. Также для папы. Для мамы свитерочек. Надеюсь, им все подойдет и понравится. Также помимо одежды, продуктов питания, хочу передать свой магазин косметики некоторые косметические продукты. Первое, это пенка для умывания. Также очень ждут наборы от Маньё мои клиенты, поэтому для них я их заказала, тем более были очень выгодные предложения. И по версии Olive Young Awards, именно гидрофильное масло от Маньё считается самым лучшим. И, соответственно, поэтому я и приобрела такие вот шикарные наборы в свой магазин. И они уже отправятся в Украину. Также взяла масочки от бренда Tariden, они также заняли первое место. И маски от Gem Solution. И также от Маньё уедут еще сыворотки. Это сыворотка отбеливающая и сыворотка с бифидобактериями. Их тоже очень сильно ждут мои клиенты. Поэтому это все тоже улетает в Украину. Наборов взяла не так много, но тем не менее. Это не все. За кадром остальная часть. Итак, это первая часть посылки для моих родителей. И сейчас покажу, что же еще я подготовила именно для своей сестры и племяшек. Кстати, забыла добавить, для своих родителей я еще приготовила вот такой вот конвертик. И вчера я здесь сделала фотографию со своим животиком. Хочу им передать на память и еще напишу письмо. Думаю, это будет очень мило и трогательно. Так, также открыточка. А теперь покажу, что же я еще приготовила для племяшек своих. Это вот такие вот милые желейки. Почему-то они мне очень сильно понравились. Я думаю, у нас такое не продают. Далее, уже давным-давно я ее купила. Еще в прошлый раз хотела отправить, но, к сожалению, не получилось. Это электрическая зубная щетка
с Эльзой. Моя племянница очень любит Эльзу и до сих пор. Поэтому, надеюсь, она будет очень-очень кстати. Поближе покажу желейки. Для малышки вот такая вот миленькая соска. Далее мои любимые желейки в виде планет. Вот такие. Они безумно вкусные. Внутри клубничный джем. Ну и главный подарок, ради чего я, в принципе, все это затеяла, это вот такой вот шезлонг. Я дарю для доченьки моей сестры. Моя сестра сейчас беременна, поэтому уже вот-вот на днях родит. И я приготовила этот подарок. Я думаю, он будет очень-очень кстати. Классный шезлонг от Baby Bon. Мы такой же будем приобретать для своего сына. Мне его многие рекомендовали, поэтому вот. В принципе, это вот все, что мы... Что я, точнее, подготовила для своей семьи. Кстати, как я забыла снять, для своей племяшки я подготовила подарочки. Вещи она выбирала сама, я ей скидывала фотографии, и она лишь мне давала указания, так сказать. В общем-то, еще в прошлом году она увидела у меня розовую шубу, сказала, что тоже очень хочет. Я ей пообещала, и она вот выбрала себе такую. Далее, под нее мы заказали ушки миленькие и вот такие вот... Девчачьи, милые, красивые. Ну а теперь мечта каждой девочки — это свой личный блокнот с секретами. Я его как только увидела, особенно там было безумно много отзывов, сразу его заказала, не раздумывая, потому что в возрасте моей племянницы это то, что нужно. Я помню, у меня тоже был розовый такой блокнот с секретами, самый обычный, но был зато на замочке. Я была безумно счастлива, записывала туда все свои сокровенные тайны. А здесь он, конечно, намного интереснее. Здесь идут и различные стики, наклейки, какие-то ячейки, которые нужно открывать. В общем, я думаю, ребенок будет счастлив, и это самое главное. Будет сюда записывать все свои тайные тайны. Классный. Знаете, я бы и, наверное, сейчас от такого бы тоже не отказалась. Это все, что я подготовила для своей семьи. Надеюсь, они останутся довольны. По крайней мере, я выбирала все, что они любят, все самое необходимое, полезное, вкусное. Вот, сейчас я это все упакую. Вещей тоже взяла довольно-таки много, но отправлю только кроссовки и несколько свитшотов, потому что я все-таки надеюсь, моя мама прилетит и уже заберет остальную часть, потому что и так посылка получится очень-очень большой. Вот такие получились посылки для моей семьи. Надеюсь, вам интересно было посмотреть этот выпуск. Я уже начинаю все понемногу собирать, так как завтра хочу все отправить. И буду благодарна за вашу обратную связь, комментарии, лайки, подписки. Огромное спасибо, что вы остаетесь со мной.